выставка международная, у нас в гостях представители Рана. И сейчас расскажут, зачем они сюда приехали и с какой продукцией. Барайчи, инжа омадит? Ма, панджомин баре, ке ту намашкаре ворфуде Русия шеркат миконим. Ва шоғл аслимон басребанди ва садарат миваҳо ва маҳсулоти кишоварзи Иран аст. Ба бренди Миварија. Пятый раз они уже сюда приезжают на эту выставку, чтобы продавать фрукты иранские. А российский рынок они рассматривают для импорта? И как они продаются? Какие успехи уже на российском рынке удалось достичь их компании? Базар Руси ро бе он бане базар хуби медунид. Бале, албате. Ва инче безуди داریم خودمون در این کشور مستقر میشیم به صورت حرفه‌ای‌تر نسبت به سال‌های گذشته صادراتمون رو ادامه میدیم حالا کشور روسیه شاید مهمترین بازار هدف توی 15 تا کشور اطراف ما هست برای ما Да, они рассматривают Россию главным рынком для них, потому что они здесь делают большие успехи и у них очень много покупателей. Какие цели вы ставите на эту выставку 2019 года? اهداف اصلیمون معرفی محصولات به مشتری‌هامون هست و اینکه مداوم باشه این حضور ما در نمایشگاه. Они хотят получить больше покупателей, чтобы они распространились в Москве, по всей России и стали знаменитыми, чтобы у них действительно было много покупателей не только на этой выставке, да, но и через интернет, чтобы им постоянно писали и так далее. А помимо фруктов что-нибудь еще планируете производить? ما غیر از میوه تازه میوه های خشک و خشکبار رو هم این کار رو انجام میدیم با بسته‌بندی روز دنیا دانی شبود پرزودی سوخا فروکته سپر سپاسیبا وام اگرومنه استوایتیس نامه